Всем привет, с вами Никита Токарев. Мы сегодня на очередной рыбалке на том же небольшом озере, где водятся крупные карпы. Вот. Сегодня у нас не совсем удачная рыбалка, но все-таки одного карпа я вытащил. Пойдемте посмотрим, что у нас в садке. Сейчас мы его помоем немножко, и вот он оживился. Сейчас мы вот его поднимемся. Давай поднимаемся наверх туда, и я его достану отсюда. Так, ты стой на месте, а я с той стороны как раз под свет. Вот, для меня это рекордный размер карпа. Вот я его достаю, вот он. Я думаю, что это килограмма 4, как я и просил. Опа-па. Он еще живой совсем. Вот смотрите какой. Так. Такого. Нет, ты не трогай, стой на месте, Андрей. Зачем ты бегаешь куда-то? Я его возьму вот так и все. Вот. Смотрите. Вот такой карп. Сейчас мы его взвесим. Ну, на 3,5 килограмма он потянет. Так что приезжайте, будем вместе ловить вот таких вот кабанчиков, карпов.